Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я решила поздравить девочек необычным способом. Решила я разжечь камин, потому что на улице опять холодно, морозно и снежно, как всегда. Поэтому поздравления мое будет вот такое необычное. А еще у меня есть задумка включить еще одну страницу в свой канал. Можно сказать, что сегодня я открываю своим поздравлением новую страницу. И можно ее назвать «С миру по нитке». Так, я отвлеклась. Девочки, девчули, девчоночки, девчонки, девчонки, девчушечки, девчата, девульки, девахи, девушки и девоньки. Поздравляю вас, дорогие мои, и желаю вам всегда сиять, мечтать, любить, творить, удивляться и радоваться жизни. В общем, цветем и благоухаем. И несем в этот мир только красоту, доброту и позитив. И еще небольшое добавление. Помните, дорогие мои, что за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина. И поэтому не забываем сами развиваться. Ну что, вот такое небольшое поздравление. Я вас всех люблю, обнимаю, целую. Ну что, а пока-пока!